Вот и. Сегодня с утра не пошел. Ребята сейчас крутят гуся, как вы видели. Сейчас подожду, отстреляются. И пойду в скатки. Стая рабочая. Ребята манят. Думаю, должны налететь. Ну ничего. Еще впереди. 8 дней. Я думаю, добудем. Еще немало гусей. Хороший. Как нечего добивал? Серег, чем брал-то? Матом здоровый. Питьем, ну да? Матом. Ты что, купался? Впереди на 12. Куча. А я бы сказал, что он упал туда. Вот, да, пацаны. Я говорю, там путь. Добыли белощеку козару. Ну как это не может быть? Я говорю, там точно упал. Первый трофей у нас на наших болотах такой. А, первый раз. На севере бьем. И, кстати, точно курдак. Был налет красивый. Бежать, заснятый. Пацаны, бьем! Надо бить. Бьем! Два! Три! Идут, два! Коль, готовься! Да, конечно!
запись. Ну что, добыли 16 гусей. Одного унесли в лагерь готовить. Это белощёка козара. Впервые в нашем. Есть гуменник и белолобые. Серых гусей нет, так как они у нас запрещены. Вот. Коллектив, всем привет. Солнышко заходит. Так что охота продолжается. Еще будет не один налет. Так, ребят, давайте. Будет все красиво. Пока налет, потом надо убирать. Ну что, ребят, как вы все видели, сегодня было добыто 17 гусей. Результат, мне кажется, неплохой. На третий день на общей сложности на весь коллектив добыто 38 гусей. Налеты были хорошие. Гуменников 5 штук взяли. Белощёка козара есть одна, что редкость в нашем регионе. Вот за все года ни разу не добывали. Ладно, смотрите дальше. Всем удачи, подписывайтесь на канал. На берегу так оживлённо людно. Здесь сядешь, блядь, жарко. Туда отойдёшь, я туда. А у воды высится, как мираж. Древний корабль, грозное чьё-то судно. Пар настроил. Ты его не убьёшь палкой. Тешит зевак и украшает пляж. Как ни воюй, годы, увы, сильнее. Как ни грусти, время своё возьмёт. Сгнили борта, и нет парусов на рее. И никогда мне полный не дашь вперед. Зато любой войдет сюда за пятачок, что в пушку затолкнуть бычок. И в трюме посетить кафе и винный зал. Вот на рампам. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал.